Тебе надо набраться опыта перед следующим заданием. Работа как раз для раллийной тачки. Ты в деле? Скинь мне координаты. Здесь копы. Не могу подобрать груз. Что? Копы! Здесь уйма копов! Спаривай! Отличный план. Центр, цель съехала с трассы. Продолжаем погоню. Слышу вас. Объект вне зоны видимости. Вас понял, всем пас. Вечер, он снова на радаре. Это 10-4. Он свернул, теперь едет на восток. Эй, как успехи? Шикарно! Проклятие. Мы знали, что копы держат штат под контролем, но такого точно не ожидали. Придется тяжко. Центр заграждения установлены. 10-4, всем экипажам на пути следования. Или расставлены блокпосты. Не побежайте еще на вертушку. Слышу вас.
Батарейка горючая. Придется вернуться на базу. Вас поняли. Визуальный контакт потерян. Повторяю, потерян. Стейнин, будьте на чеку и сообщите, если его заметите. Центр, он уходит. Вас понял. Преследуйте его как можно дольше. Диспетчер, цель снова в поле зрения. Это 10-4. Говорит вот. Центр, он как сквозь землю провалился. Принято, всем экипажам оставайтесь на чеку и следите за информацией. Центр, мы почти потеряли цель. Принято, усилить погоню и ждать дальнейших указаний. Погоня прекращена, объекту удалось уйти. Скопов я стряхнул. Хорошо. Но все же это провал. В следующий раз будем осторожнее. Да, главное, больше не посылай меня в самое пекло. По рукам.
Притормози, парень. Ты к этому еще не готов. Опыта маловато. Thank you.
постараюсь потом скребать тебя с асфальта. Для начала наберись-ка опыта. Первый заказ. Нужно забрать со склада полиции груз для какой-то шишки из 5-10. Координаты я скинула.
не собираюсь потом скребать тебя с асфальта. Для начала наберись-ка опыта. Пришло время ралли. Заберешь груз на точке посреди бездорожья. Поторопись, время поджимает. Что это за груз? Похоже, это что-то, что он хотел припрятать получше. Нужно держать темп, чтобы успеть в срок. Нам это важно, Алекс. Thank you.
как машина? Неплохо, учитывая местные условия. Бездорожья, но и копов нет. Оставайся на месте. Да будет так. Слушай, ты же не водитель. Как ты вообще до этого додумалась? Все дело в правильном подборе данных. Знаешь, что такое регрессионный анализ? Никаких зацепок. Именно. Штука в том, Алекс, что я умная. Очень-очень умная. Все, груз доставил. Не думал, что работа курьера может быть такой. Хорошее время, хорошие деньги, Алекс. Наш план работает. Это ты, V4? Я тот парень, с которым ты гонялся в Вегасе. Алита дала мне твой номер. Что за дела? Я тут поспрашивал про ту девушку, Дарью. Все плохо. Пару месяцев назад она подцапалась с бритвой. Он убил ее, старик. Пристрелил. Спасибо. Роксана, ты это слышала? Да. Мне жаль. Похоже, мне не пора идти. Роксана, черт.
замечен нарушитель дорожного движения. Немедленно задержать. Притормози, парень. Ты к этому еще не готов. Опыта маловато. Thank you.
заключить новый контракт на перевозку контрабанды. Я уже купила ралли-машины для... Стой, стой. Ты в порядке? То, что случилось с твоей сестрой, ты нам ничего не должна. Твоя цель — бритва, так? Это поможет тебе подобраться к нему. Выезжай, координаты я скинула. Потом соскребать тебя с асфальта. Для начала наберись-ка опыта. Я вижу, у всех есть раллийные тачки. Сегодня ночью мы собираемся хорошо заработать. Выдвигаемся! Постарайся как следует. И да, новая работа. Довольно необычная. Алекс, не снижайте скорости и успеете точно в срок. Рокс, твоя сестра. Хочешь поговорить о том? Что тут говорить? Я не смогла ее найти. Я чувствовала что-то не так. Мозг знает, что она умерла. Я до сих пор не могу в это поверить, понимаешь? Да. Иди, ставь за собой. Бритва, что будешь делать, когда найдешь его? Он заплатит. За моего брата и твою сестру. И это лучший способ? Сделать себе имя, получить метку, подобраться к нему вплотную? Да. Тогда я сделаю для тебя все, что смогу. Есть новое дело. Курьер такой необычный.
Тебе понравится. Почти на месте, Алекс. Приготовься. Да ты только посмотри. Так, если нам нужен бритва, сперва необходимо добраться до Коберна. Я пороюсь в данных Зои. Коберн что-то затевает в Неваде. Там есть что-то такое. Что? Пока не знаю. Но, похоже, нас нет. Если я что-то выясню, дам тебе знать. Мониторь пока перевоз контрабанды.